Китахара и Мамура, хотите пойти бухнуть? Почему бы и нет? Я не против. Отлично, тогда завалимся к Китахаре. Ага, пойдем к Китахаре. Окей, идем к Китахаре. Лады, я покажу дорогу. А может, сначала меня спросите? А что такое Китахара? С какого нахера вам идти ко мне? Это ж очевидно. Потому что мы должны проверить кое-что. Проверить? Да. Помнишь, что сказал Имамура? Мы не встречаемся или типа того. Но они живут вместе. Скажи, Китахара. Это ведь неправда? Ты же не живешь вместе с Катагамой. Если они узнают правду, мне пиздец. Нет, они уже думают, что я встречаюсь с Чисой. Главная проблема... Если они узнают, что я живу с такой фигуристой красоткой, тогда... Меня точно закопают. Молю, помоги мне, Кохей. Грёбаный уёбок! Китахарочка! Азуса, мать твою! Правда, что ли? Кстати, да, Катагаве такой не по размеру. Он огромный. Ведь точно, реально огромный. Таких здоровенных сисек просто не существует. Да и кто, сняв бюстгальтер, уйдет без него домой. Но больше тут нет ничего подозри... Не-не-не, этому есть какое-то объяснение. Этот парень явно с тараканами в голове. Что, если он любит, когда его долбят в прикиде школьницы? Короче, сделаем вид, что ничего не заметили. В. Женский турнир по теннису. Неужели он? Короче, давайте выпьем. Хорошая идея. Напиться и забыться. А то мое воображение... Да, и что бы такая милая? Юри, я помылась, так что можешь. Прости, я не знала, что к тебе друзья пришли. Китахара, гаденыш! Вы все не так поняли, мы не... Кохей, помоги мне! Ребята, не запачкайте пол кровью! Сука!